Серкан Тинмас и Цирен Каракоч тоже чем-то озадачены в сериале «Кизил Сиксербити». KZLCK Serbity – один из самых обсуждаемых сериальных проектов с начала сезона, к концу сезона продолжает впечатлять миллионы своим сильным сюжетом. Сценарий сериала, продолжение которого ожидается во втором сезоне, претерпел значительные изменения со дня его начала. Сериал отклонился от той точки, где он стремился донести до зрителей мысль о том, что консервативные и светские семьи имеют одинаковые ценности, но разный образ жизни, и пошел по другому пути. Когда стало ясно, что история, построенная на взаимоотношениях, приносит лучшие рейтинги, сценаристы, которые слишком много внимания уделили персонажу Нурсемы, которого успешно сыграла Цирен Каракоч, достигли своей цели. Персонаж Нурсемы стал зажигательным персонажем сериала, и рейтинги на некоторое время выросли до двузначных цифр. История героини Доги, которую сыграла Сыла Тюркоглу, также затронула миллионы. Ситуация Доги, столкнувшейся с изменой мужа, за которого она вышла замуж по любви и ждала ребенка, заставила зрительниц больше сосредоточиться на этой истории. Новая эра начнется и в путешествии героини Нурсемы и Умута, мужчины, которого она любит. Ожидается, что во втором сезоне сериала Умут и Нурсема станут захватывающей парой. Серкан Тинмас и Цирен Каракоч также успешно сотрудничают. Оба актера, которые были гостями YouTube-канала UON Radio и отвечали на вопросы зрителей, также ответили на вопрос о том, могут ли дети из семей с разной культурой быть счастливы, вступив в брак. Для многих зрителей этот вопрос остается открытым, а ответ на него не определен. Однако, по мнению Серкана Тинмаза, молодые люди, растущие в семьях, принадлежащих к разным культурам, могут построить счастливую совместную жизнь. Серкан Тинмаст сказал: «Я думаю, они могут быть счастливы. Если разница будет как в нашем сериале, да, могут возникнуть некоторые трудности. Но если обе стороны любят друг друга и уверены в этом, я думаю, они смогут преодолеть любые трудности». Серен Каракоч, с другой стороны, считает, что это возможно только в том случае, если семьи не будут им мешать. Партнер Каракоча Серкан Тинмас также поддержал это заявление. На самом деле, как можно понять даже из этой краткой информации, оба молодых актера показали, что они также имеют знак вопроса в умах многих зрителей. Серкан Тинмас и Цирен Каракоч заявили, что единственный способ для детей из семей с разными культурами быть счастливыми – это чтобы семьи не мешали им. С нетерпением ожидая увидеть, с чем столкнутся герои Умута и Нурсемы на пути, который они проделали в сериале «Клюквенный шербет», давайте посмотрим, как поведут себя семьи в своих попытках построить счастливую жизнь.